Всем привет, с Новым годом еще раз. Видео 2 января, вот такая штука у меня есть. Сейчас я выброшу мусор, покажу, как она действует. Все в живом эфире, так скажем, вот снеговики. Вот мы ее так снимаем. Кто угадает, что это такое, даю подумать. Смотрите, принцип. Это, оказывается, не стиральная машина. Знаете, что такое? Эта штука называется чистилка для окон. Принцип очень простой. Сейчас мы ее, вот я ее чуть-чуть зарядил. Сейчас посмотрим, как она очистит стекло для того, чтобы утром не скребать ничего. То есть, на самом деле, ну, когда минусы маленькие, тогда каждый скребком справляется. А когда минусы большие, вы же знаете, как трудно отодрать этот лед от стекла. Ну вот сейчас продемонстрирую. Смотрите, прям на ходу снимаем. Сегодня минус 7 градусов. Сейчас попробуем. Сейчас все примерзше. Сейчас надо маленько. Вот. Ну что, попробуем. Я ее зарядил, включаем где-то. О, ну и ставим. Я офигею, чтоб я так жил. В жизни больше не буду скребком скребать. Смотрите, как снег очистило. Охренеть. Жесть. Вот это да. Вот это да! Смотрите, вообще жесть! Ну и сколько бы времени вы скребали, когда настоящий дождь? Охренеть, какая штука! Ну, извините за выражение, но я сам не ожидал. Это реально зверь. Пробуем вторую машину. Давай, погнали. Офигеть. Офигеть. Вот это да. Короче, открываю бизнес по очистке стекол. Прикольно, вообще пипец. Да. Чтоб я мучился, как раньше, блин. Все, короче. Машину сначала, чтобы она маленько внутри отогрелась. Сейчас. Так внутри тоже можно почистить. Ну смотрите, продолжаем эксперимент. Тут тоже стекла такие же. И все, и поехали. А так бы сидел, тут как бомжик скребал бы, блин. Офигеть. Экономия полчаса времени. Полчаса времени экономия. Ну вот, чего и вам желаю. Все,
На этом заканчиваю. И вам того же.